Сначала такую вот посылку, когда я получал, был вообще в недоумении, потому что что это за китайский кусок пенопласта? Я сам был в шоке, пришлось открывать на почте. Но тем не менее, я вам покажу, что вот. Отличная упаковка, китайцу вообще огромный плюс за упаковку. Первый раз такое вижу, ну в натуре кусок пенопласта. Здесь у нас находятся стекла для iPhone 6. Такие вот стекла. Прикол в том, что их должно было быть 3 штуки. Когда я открыл посылку, ее только 2. Я уже побежал открывать спор. Но, когда начал фотографировать, решил открыть коробку до конца. И, как оказалось, она двухслойная. И еще одно стекло китаец спрятал вот сюда. То есть, все стекла у нас пришли. Помимо того, у нас пришли салфеточки. Китайцу большой плюс. 3 комплекта салфеток. Это очень хорошо. Ну, в натуре кусок такого пенопласта китайского. Читая отзывы продавца по поводу этой посылки, многие писали, что пришли разбитые стекла. Я не знаю, как вообще возможно прийти разбитому стеклу в такой вот коробке. Если по ней только походить, то, наверное, такая довольно плотная, что, ну, я не знаю, не сломается, наверное. Вес посылки у нас 10 грамм, ну, пенопласт, понятное дело. И стоимость каждого стекла, насколько я помню, по-моему, 50 рублей. Ссылочка останется под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.